Много ли вы знаете игр, которые медленно обволакивают каким-то облаком, плавно несут по течению, потом также аккуратно погружают в сюрреалистичный сон, а дальше ты начинаешь замечать, как медленно отъезжает твоя крыша? Я знаю парочку, но это потому, что всегда ищу нечто подобное. Понимаю удовольствие на любителя, но мне чертовски нравится. Теперь к ним прибавилась еще одна игра. Встречайте, Superliminal. Головоломка с видом от первого лица, в которой игрок – это пациент клиники, где при помощи новой технологии управления снами врачи обещают избавить его от неуверенности, беспочвенных волнений, депрессий и всего вот этого вот, что сопутствует жизни любого человека в тех или иных пропорциях. Одна проблема – технология экспериментальная и пока что даже не запатентована. Тут-то и начинается самое интересное, потому что пациент выбирается за рамки продуманных врачами паттернов. Это еще одна игра, в которой история не важна. Она хоть и есть, но нужна лишь для того, чтобы придать всему остальному какую-то форму и целостность. Есть начало и есть конец, и между ними каких-то важных событий не происходит. Ты просто слушаешь трёп врача из магнитофона о том, что все замечательно, а если не замечательно, то ща поправим. И этот врач, похоже, сам нуждается в осмотре психиатром. То, что его зовут Глен Питерс, я запомнил раза с третьего, но он это продолжает талдычить перед каждой записью до самого конца игры. Может, это тот случай, когда в сюжет нужно копать глубже, но я попытался и нашел там только бессвязный бред. Можно найти вот такие доски с различными надписями, построить хоть какую-то картину из всего этого невозможно, и чем дальше в игру, тем невозможнее. А в конце игры проповедью доктор скажет, что иногда на свои проблемы стоит смотреть под другим углом, потому что восприятие многого в нашей жизни – это вопрос перспективы. Куда интереснее геймплей. Как я уже сказал, это пазл, но пазл с оригинальной основной механикой. Размер взятого в руки предмета изменяется в зависимости от его положения в комнате. Если проще, то взяв что-то в руки, при надобности подогнать размер, нужно воспринимать картинку плоско, без учета трехмерного пространства. Нет, ни хрена не проще. Я попытался. Думаю, мои зрители не тупые и поймут, о чем я по футажам. Мне кажется, что такая вот игровая концепция довольно смелая и требует более детальной проработки. Попробую объяснить, что я имею в виду. Вот, например, взять какой-нибудь типичный платформер. У игрока есть четкий набор действий, при помощи которых он может добиться определенного эффекта. Он может прыгнуть на определенную высоту, он может конкретным способом взаимодействовать с врагами и окружением. Просчитать эти взаимодействия легче, чем когда игроку даны объекты, с размером которых он может играться. Ведь по-любому ему захочется залезть туда, куда игрой не предусмотрено, потому что игрокам нравится нарушать правила. В Superliminal видно, что авторы постарались удовлетворить это желание, но как-то вот не достарались, что ли. Да, в целом игра поощряет любопытство. Почти в каждой комнате имеется двойное дно, так сказать. Ну, по крайней мере, в первой половине игры. Есть способ выбраться из нее, продолжив прохождение, и что-то еще, что не так очевидно. Например, вот здесь. Тебе нужно просто поставить дверь и пройти в нее, но можно сделать кусок сыра огромным и выбраться по нему на крышу. Авторы предвидели, что игрок может догадаться до этого. Клево. Но тут же можно просто выпрыгнуть за край карты, поставив кубик и перепрыгнув через стену. Почему этот момент не доработали? Уж либо невидимые барьеры, либо что-то интересное, а так имеется вполне легальный способ вывалиться за локацию. Но это еще не все. Чем дальше в игру, тем больше к основной механике прилипает. Оптические иллюзии, клонирование предметов, хождение по стенам, дезориентация – все это приводит к ощущению легкого, а если играть очень долго, нелегкого сумасшествия. Концепты простые, но когда они повторяются много раз в разных ситуациях и комбинациях, разобраться становится сложнее и сложнее. При этом я не скажу, что игра сама по себе сложна. Пазлы довольно простые. За все прохождение у меня вызвал затруднение, ну, может, пяток головоломок. Superliminal как будто играет с твоим разумом. Бывает так, что понять, какого хрена вообще происходит, становится трудновато. Например, вот тут. Передо мной обычное помещение, но с управлением творится какая-то херня, и не поймешь, то ли это что-то глюкануло, то ли это очередная задумка авторов. Да, это второе. Просто игрока изначально ставят смотрящим вверх, а помещение, на которое он смотрит, расположено вертикально. Находка создателей впечатлила. По сути, меня подловили на том, что я привык смотреть вперед, оказавшись в новой локации. А маленькая смена перспективы привела к эффекту «Чё за херня творится?». Пару слов про атмосферу игры. Она довольно специфическая. В комнатах с головоломками играет спокойный джаз, и вообще обычно помещение выглядит очень позитивно и умиротворяюще.
Ты к этому мгновенно привыкаешь, ощущаешь какой-то уют и комфорт, а потом выбираешься за пределы построенной врачами иллюзии и оказываешься в темном мрачном коридоре. Музыки больше нет, и вместо нее какой-то гул, как будто от высоковольтных проводов. Становится жутковато. Причем игра даже близко не хоррор, и если пытается пугать, то только чтобы поиграться с твоим восприятием клише. Так в одной из локаций можно увидеть размазанную по полу кровищу, кругом тьма и вообще крипово. Но дальше становится ясно, что это лишь пустые волнения, вбитые нам в голову штампами поп-культуры. Просто маляры разлили краску. В целом, к концу Superliminal становится несколько более напряженной. Появляется музыка, которая как бы подгоняет тебя в стремлении выбраться из этого безумного царства снов. В общем, да, помимо игры с визуальным восприятием, она успешно заигрывает и с эмоциональным. Но при всех достоинствах у нее есть и недостатки. Прежде всего, баги. Их хватает. И это после патча с исправлениями. Трижды у меня просто переставал работать геймпад. Чинил с выходом в главное меню с клавиатуры. Хорошо хоть чекпоинты перед каждой головоломкой. Резиновая уточка проваливалась в дыру, а иногда вообще было непонятно, это баг или это так было задумано. Вот это место, например. В общем, отполировать все это не мешало бы. Дополнительные режимы. Скучно. Если игра с комментариями разработчиков еще ок и интересно послушать, что и как делалось, то режим испытаний меня разочаровал. Это та же самая история, просто для решения каждого пазла ты можешь определенное количество раз взять предмет и прыгнуть. Выглядит как ненужное усложнение, по мне. Ждал тут чего-то другого, играть в него после прохождения истории совсем не хочется. Есть еще мастерская, где можно строить свои головоломки, но это не для меня. Там какие-то 3D-модели надо загружать, а перед этим их еще в чем-то надо создать. Нафиг. Физика предметов. Когда ты их увеличиваешь, то все ок. Став больше, объект издает более глухой звук, падая на пол. Ощущается масса. Но вот если попытаться, скажем, поставить один кубик на другой, то начинается какая-то дичь. Как будто оба они надувные. Не могу сказать, что это прям сильно портит впечатление, но все равно ждешь, что предметы будут вести себя соответственно их размеру и увеличивающейся вместе с этим размером массе. Да и раздражает, когда ты один простой предмет не можешь поставить на другой. Кроме того, мне не зашло оформление последних головоломок игры. Все плоское, черно-белое, какое-то совсем безбюджетное и отдает доделыванием наспех на фоне всех остальных локаций. Внешне. С идейной стороны они также интересны. В общем и целом, Superliminal получилась интересной, оригинальной и достаточно атмосферной игрой, в которую при этом довольно легко врубиться. Да, в ней есть ряд проблем, но все они не критичны. Ну, может, кроме отваливающегося геймпада, что, надеюсь, тоже починит. Пожалуй, могу посоветовать сыграть в нее всем, потому что какие-то необычные механики мы сейчас видим в играх далеко не каждый день, и это на фоне других все-таки выделяется. Но со всем этим сюром и попытками отправить игрока в дурку зайдет не всем. Лично мне зашло.